Не, вот сейчас мы прям комнату вообще нормально прошли, то есть. Прям не было душно. Не комната, точнее, а арена. Тут, по идее, надо 4 метки поставить, а не 1000 меток. Остальные, блядь, РДДшники. У нас 2 танка всё, и 2 милика. Я не знаю, зачем 1000 меток вы поставили. Встать по четырем сторонам света и все, блядь. А давай так убьем, потом уже будем... Ну как? Вот кто сейчас будет этот? Куда вот встанет вар? Откуда он стаунтит? Я в крестике стою, с него забираю. Будет ну, заебись ты, да. Или нет? Всё, заходи, я не понимаю, зачем вы много так меток наставили. Просто не понимаю. 4 милика, 2 танка и 2 милика. Убери большую и маленькую с меня забери. Я маленький забыл. То есть что-то понаставили, ну тут запутались люди совсем. Или я неправильно говорю? Не знаю, я все понял, блядь. Вар стоит туда, ты идешь в крест, блядь. Потом ты там пишешь, ну, с этой позиции, где квадратик там вот. Вар встает туда, куда? Вар, вот тут видишь, где блядь, скелет лежит, вот тут тебе вар надо стать и взять, и он у тебя отсюда должен затаунтить, вот отсюда. То есть ты босса просто на ренжу выводишь? Для того, чтобы он ровно вот сюда пришел в крестике, все. Просто с ренжи с тебя забрать, и все. Как бы, не знаю, элементарно. Так можно было без этой залупы, без всей. Я говорю, 4 метки, вы понаставили 1000 меток. И все, от этих меток просто рейндж держат остальные РДД с хилами, блядь. Это Саня просто на 25 понаставил меток. Сань, десятки там по 2 остается и реально 4 метра остается. Ну, блядь. Вот пятки будут как бы еще не убивали. Не знаю, ну просто типа в такой позиции можно стать по одному. Никому не надо. Надо по одному стоять. Они все равно будут бегать. Вот зачем так? Не надо ему койл давать вот тому, который ты сейчас. А вот этому большому или я не просто. Конечно, койл? Большому, который в комнату будет забегать. Я думаю, это вот. Заходите спокойно, только не бейте пока большого. Типа, видишь, вот Саня ему сейчас блайн дал, ты то же самое можешь койл дать, чтобы он просто постоял и не кастил. Ну, я понял. Слейте мелки, чтобы не прокидывали. Да. Поэтому я типа стан даю. Я думаю, просто тому каст типа сбить надо. Играть. Бля, ну у нас прям какая-то душка началась тут. Ну да, мы еще один пак не убили, у нас уже второй пришел, блядь. Ну мы на полпути. Ну это как прокнет. Поехали выше, 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 выше сразу. Если не в душку начинаем, значит выше, блядь. Ну, пошли дальше, с мобами идет пика. А, ну вроде тащить, кстати, нормально. Хила просто засейвить и все там боб, сокру ему точечную капку. Ну и поп. Хилить мог стоять. Нам надо примерно секунд 15. Ну, Раник, заебали меня чаржиться, ну. Все, мы идем. У нас мобов просто миллион, ну. Секунд 10 терпите. Все, я бегу. Я прыгну на арену, помогу им. Дал сокрума. Вар, встань туда, куда надо. ДК забери. Крестики ровно, правильно? Вар, вар, где вар? Вар, вар. Это порядок. Как? А штайл не, ну, нормально стоит? Все да, отлично. Ну, только теперь, пожалуйста, милик. Который... Арчи, стань в ромбик. Гера? Гера, жми, Арчи. Арчи, тебе надо в ромбик, а беги по краю карты.
Наверное, сейчас подвинуться. Бля, я там в лужу уебал. В ромбик беги, после. Я скажу, когда можешь просто встать. Надо подискаливать Борис. Отлично. Апчи, правее чуть-чуть. Все, уже не надо. Забирай, назад вернуть. Мне дебаф, вар. Да не могу миску, не стал. А, ну так символ поставь на там. Символ, ага. Апчи, уходи влево. Влево уходи, там сейчас ебанет. Пиздец, Апчи. Тут третий уже БР. Да, раз. Йота пошла. Арчи, бафы дайте. Блять, воин давит. Что с бабл слышит? Ставь тотем по этой гимн, у него мана нет. Арк ставил, сейчас тебя ебанет. В меня уйди. Так, меня выебал. Ну там самого выебал. Раз за тебя дрижался. Вроде дрижался. А чуть-чуть ближе в ромбик подойди. Ой, я не бил. Бля. Киль. Я не пизда. Ебать сложила нахуй. ДПС не хватает или чё? Мозгов, блядь, не хватает. Вы уже сейчас, типа, вот на восьмом стаке, под каждый удар прожимки начинаете отдавать. Он просто стоял и надеялся на хер. Не знаю, блять, ДПС что-то маловато. Ну ДПС такой средний, я бы сказал. Ты залупа, а не ДПС. Ну разряд это вот это, что колонна босса заряжает. Лок, а ты без ССЛ, да, я так понимаю, играешь? Без чего? Без ССЛ, связка душ. Да, без связки. Ну, можете делать, ты не, не будешь выживать тут никогда в жизни без меня. Так, я недалеко, я же типа не, ну, короче, отбежал не так далеко, буду дальше отбегать. Нет, просто. Не понял, ты не должен отбегать, ты должен стоять просто до восьмого стака и туннелить босса. С СЛом ты выживаешь. Бля, я не знаю, в десятке отбегается спокойно, и босс заливается без смертей. Просто отбегается от этой хуйни и все, от разряда. Не в обычной десятке, хп тут завышено, тебя не смущает это? Ну, и урон по танку. Если все выживают, босс умирает. Все, что еще? Что еще нужно? Если падать, то тут хоть СЛ, хоть не СЛ, блять. Будут вайпы. Если падать. Если падает хил, это вайп. Если падает ДД, это вайп. А если выживут, все отбегут просто от разряда и все. Будет убит босс. Вот и все. Вот вся история. Мне эта хуйня прилетела на сколько? У нас 25к, блин. Ну окей, там прилетит на 20, я нихуя не выживу, кажется. Ну потому что отбегается, блять. Ну вы посмотрите в этот. Убийство на офи. Первый в мире убийство. Они отбегают, они никогда не стоят под разрядом. Ну, это же не оф, блять, это пиратка. Ну какая разница? Ну нет, ну отбегают, понимаешь, никто никогда не стоит. Ты еще скажи, сопроты может выпить. Или что? Или третьего хила спекнуть и стоять до десятого типа стака. Это пиратка, я это Сирус, я хуй знаю. Вот еще раз попробуем, просто следите, типа, откуда идут эти хуйни. Там реально надо далеко отбегать, потому что там радиус очень большой. Ну, одну треть где-то. На десятом стаке, там восьмом уже, будет вон что-то прилетать. Отдай портал и просто перебеги нахуй. Когда будет оставаться портал, просто прыгай. Так, я так и... Ну, я просто, типа, не так далеко... Ну, короче, я понял. Я просто, ну, было чуть подальше бежать. Ну, одну треть где-то комнаты, блядь, видишь?
вот справа колонна, и он, получается, захватывает эту колонну и ближние две колонны, слева и справа. И по ним дает вот этот разряд боссу. Там даже еще больше, типа он. Ну вот дальше, колонны, да, до следующей колонны надо сбежать. Ну вообще вы, да, вот вы, типа после четвертого стака вы обязательно должны отбегать. Ну вот именно что обязательно, а вы до восьмого стояли и сдохли. До какого восьмого? Да нет. Ну, Арчи нехил как сдох. Потому что я на пятой минуте я заходил такой стак. Нет, бы не отбежал от молнии. Ну. У него молния 20к и стрела. Отбегается вообще, блядь, с первого стака, потому что это хардмод, здесь сивка стоит. Арчи, тебе удобнее отбегать туда, вот где сейчас Торим стоит, под тот, типа, шкафчик всегда, какая бы ни оставалась. Ой, блядь, ребят, ей-богу, мне вообще похуй. Ну, ешьте рыбу-то, поехали. Еще раз пульнем, если никак не получится, бабочки убить. И прожимать уже после восьмого стака потихоньку начинаете, если видите, что не хватает прохил. Прохила не хватает, конечно, когда хил мертвый, блядь. Поехали. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Я помню вас. Что это? Где я? Торим, мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Право. 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 Налево, налево. Да, а я точно должен РНЖ стоять, потому что меня эти пидорасы пока дочаржатся. Так они и будут чаржиться в самого дальнего. Не, ну может нам проще встать всем в миризону? Как тогда у тебя, если оно в хила бы чаржит, то ты сдохнешь сразу. Ну типа ты не так далеко должен стоять, но дальше, чем все. Чтоб хила. Главное, короче, сделайте так, чтобы хила не чаржился, и все. Иначе вы уедете. А вообще не станется там, если что, прекрасно, пишет пидорас. Рано ты понимаешься. Даю стан второму прислужнику. Третью. Теперь поднимайся. У нас пока какие-то лаки на фонаре нету. Ну типа вообще нихуя никого нет. Ну так все прекрасно. Нам надо секунд 15-20. Мы еще быстрее делаем. Я ему не смешу. Секунд 5. От меня немножко отойдите. Побежали. Забей, забей, забей на этого моба, забей, побежали. Рынжу в ДБМе проверьте, чтоб стоял нормально. Я помогу им запустить. Не запускай, стой. Пошли, пошли, ДК, не забей на него, он сдохнет там. Бля, еще не вышли. Все, запускаем. Мобов добейте сначала. Сначала соберите и добейте. До второго. Вар, вар, где вар, где вар? Стоять вар. Еще. Отойди же оттуда. Ну что ты под этим стоишь? Все. До второго, третьего вы можете стоять. Дальше вам нужно отбегать обязательно. Арчи, если по команде, ты черепочек становишься, чтобы задоджить. Где Гера?
Айгиру не могу прожать, Сирус. Нет, КД нахуй. А, он на это, я понял. Че, блять, рун Ликсе нельзя скачать, что ли? Ну, Лок, ну ты чего? А чё за хуйня у меня, блядь, не двигается? Близзард, как бы, от него тоже... Не, у меня, блядь, у меня герой не двигается, а чё за хуйня, блядь? Заморозку тебе дали. Да нет, смысл у меня вообще это заебал. Чё за хуйня? Ой, блядь. Ой, сейчас горю нахуй. Да мы и без героя, конечно, не успели. Попробуйте побегать. Палок, ходи в меня, просто в меня, стань ровно, Палок, всё. А чё, БР есть у вас? Есть. Всё, отходи. Бэринж меня. Вы там можете стоит. Вставать, если вам надо задоджить в одну, один в одного, типа две молнии, это правильно. Арчи. Иди в этот, в кружок. Все на место, можно. А есть Бэр? Сова, тебе не надо. Сова, сова, ты что делаешь? Я после Близзарда встану. Ангерды. Я встану после Близзарда. Блять, маны бы какой-то, маны. Так, я встал, меня может пробах. Арчи тотем, зелевого гимна маны. Угу, Таиса, есть. Незыбка пока есть. Ладно. Сейчас вам уже скоро надо будет отдаваться и начинать. Саня, бежи. Я зайду. Ну вот, типа, сейчас все нормально. Постарайтесь, вот, вам даже не надо, типа, бегать, вы просто, типа, если кастуется, в другую метку сбегаете. Да, они, ну, они сходятся в один фрейм, понял, и все. Типа, в два это прохиливается вообще спокойно. С героем мы бы ему сейчас бы оставили процентов 35, где-то, может, меньше даже чуть-чуть. Все так же самое сейчас сделаем. И у кого там сейчас это, кдшки, посмотрите внимательно, релогайтесь сразу перед инстом. Просто проверку клиента сделайте, и все. Не работает. Если я сделаю проверку клиента, вы будете ждать меня часов в 5. Правда? Не, это, короче, не работает, забей. Я, у меня на Локи, например, нет, понял, какого дерьма. Напали постоянно то Баббл, то Эма, то Сакра. Вот 10 дней КТШ. Так вы файл скачаете, рун Ликсе, блядь. Да качал, говорю, не работает. На некоторые классы это просто не работает, точнее, на некоторые скиллы. У меня типа сейчас вообще он лево-вправо нахуй не двигался просто, блядь, я хуй знаю. Типа кнопки жмутся, а лево-вправо не двигался, я хуй знаю, что это было. Тебя невидимый фантом за ногу держал. Да хуй его знает. Я типа неделю назад вообще прикол был, я типа на БГ регнул нахуй, у меня герой ФК стоял. Тоже типа на релог ничего не помогал. Типа я релогаюсь вообще похуй. Ну, я смотрю, Гомеля забанили. Да, Гомеля забанили. Я хуею. Ну, он типа 10к он, блядь, пишет, нахуй, за разбан. Ну, типа, нашим тоже писали 10к. Поэтому, типа, там можно поговорить с ними, они там до трешки, до пятерки спуски. А типу, короче, за это, за 400к голды, то, что он купил, ему дали, это, 75к платить на X2. А, лимис? Не-не-не. На X2, типа. Он с ними добазарился за 30-ку, говорит, ну я ебал в рот, то 30-ку даже закидывает. Они ебанутые. Но у него уже не первый бан, типа, там то за какой-то флайхак, то есть, ну, типа, там же идет у них как градация, чем больше банов ты получил, тем больше будет стоить в следующий раз бан. Так Гомелю дали. Причина покупка 100 тысяч золотых на Варденгол, бля. Варденгол это не сайт, это античит, у них так называется, говоря. Покупалось это все с фанпэя. Ну что, они серьезно за это взялись, они сейчас всех нахуй перебанят. Серьезно, них, каждый второй покупал. У них просто бабок нет уже. Не приносит. У вас только денег уже не приносит. Вот. Видишь, они дебилы нахуй X3 похоронили, долбоёбы. Херню никто не апает. На X1, блядь, ну и на X4 тут вообще это не надо делать. Battle Pass и максимум. Можете заходить спокойно, только не бейте мобов. Выйдите из комнаты. Я в комнате, нам пизда. А есть мобы? Меня убило. Ты видал, Макс? Да падайте всем, надо всем падать. Есть жизнь какой-нибудь или нет? Нет.
А в начале инста там есть починка, там не нужно. А я в, блядь, ладно, я подохну. Так дохни, потом тебе при любых надо будет дохнуть, потому что я ивент запустил. На мне комата не было. Сейчас придут там. Все красиво сделано, не убью. Сейчас хочется. Танки, смотрите, на 8-9 стаке вам потихонечку уже нужно прижиматься. Тот приничку отдал, то там чуть-чуть всякие типа мега билки. Вот. Саня, заебал. То отдавать уже на, ну, на 10, на 12 стаке. 13 стак никто не выживет, кроме протопала, забейте. Ревняк, да? Да, ревняк, и потом сразу следующий удар — это смерть, если не будет никакого дефа. Типа, ну, а прыжимки ДК или вообще как? Ну, ДК тоже прожимается потихоньку. Начиная с 8-9 стака, и танки уже начинают потихонечку прожиматься. Если прям все плохо, я дам сокру, дам капу, не знаю, возложку какую-то. Ретрик одному танку возложку, я второму танку возложку. Надеюсь, она у него вкачет. Ой, мобы пришли, надо убирать. Да зачем они на меня? Сдохни, сдохни, не лезь-ка пока. Не таун, не агрите их на нас. Мы во сколько стартанули? Топом. 2 часа назад. А меняете свои танки после каждого дисбалансирующего. Потом дебаф спадает, забрал, дебаф спал, забрал, дебаф спал, забрал. А ДК с меткой или нет? Метка крови, и как он там? Да, про это сверстя. Ну похер, там типа если танк будет просаживаться, возложку в него даешь и все. Даже если не вкачешь, там что поделаешь. Ну и типа мастерки тоже отдавай, когда уже типа начинается просадка эти, да, лютая. Там где кольцо нормально идет уже. Где-то на стаке 5 тоже мастерку можешь отдать по какое-то кольцо. Может таймеры есть. Льда, конечно. Какой прот. Пусть забывается уже прот. Я сам переключу на прото, если надо, отдам ему мастера и переключу обратно. Сейчас самая главная задача просто вот стать так, как мы только что стали, да? И если у вас летит молния, вы просто сдвигаетесь к соседу в метку. Только не вздумайте, типа по 3 стоять, максимум 2 человека. Просто к соседу в меточку сбежались, и все. У вас прекрасно. Че, пошли? Да. Ты тоже, если видишь, что тебя там где-то пробило сильно и не подхиливает, баба у меня 50 жмёшь, не ждёшь там крылья, чтобы там какие-то нажать следующие. Ну и флешки может пускать не в босса, а экзорцизм, у меня флешки в людей. Ой, понял, можно брать. Чё это за ёб? Это баг, надо брать, убить. 117 тысяч. Да. 48, бля. Что это? Где я? Мой повелитель. Чё, а как упасть? Мобы сейчас убьют, всё, встаньте и не бейте.
Кочольник нюхащий по 16. Это баг из-за того, что комната там забагалась тогда, когда мы сходили. Умирали дальше. Релеса Шок. Кто такой Релеса Шок? Вы знаете, кто такой? Где? Это я, гайс, ты чё? А, это ты, тот самый. Тот самый Релеса Шок. Сашка? Не, чуваки собирают вон там 10 ульту ХМ и пишут Релеса Шок. Ну, типа, наверное, это какой-то авторитетный рейл. Твинс нашей гильдии. А тут не хватает пугарейдов нормально. Каких-то, не знаю, как вот этот репетон собирал, что-нибудь такое. Кар откроется, их будет предостаточно. Да, мне кажется, он не доживет до кары. Сервак он сдох. Нахуй знает, что у него в голове, типа, нахуй, нахуй X3 был убил. Потому что X3 бабок не приносил. Если он не понял, Леша. Да, ну да. Ну да. Там уже, блядь, этих шемов нахуй накинули шпизнёк. Ну, откуда вы знаете, сколько у людей бабок вообще у админов? Они открыли этот сервак, X4, X3 загнулся. Потому что сюда ушли все PvP-шеры. Типа, ты же потому что тут обоссанных категорий нету. Ну да, здесь же самое проще, ну, типа любого перса вкачаешь, mm-hmm. Сотый левел, поехал на арену дрочиться. Шмот тут делать. Вот. Нихуй там сейчас БК еще выходит. Пизда, все, поехали. Там делишки не далеко. Не похоронят, конечно, но... Типа они X3, они намеренно его все сливали, как бы, понятно. Смотрели, мы там не рассчитывали, ну конечно. Открывайте, блядь, сервер, нахуй точно такой же, блядь, только без категории, без вот этого всего дерьма. Смели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Торим, мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Спривайте, человек. Направо. Я там стану, это не дойду. Налево. Налево перейдите. Направо. Заходите, заходите все в комнату, не бойтесь. Дай блайн. Как раз. Я втором укол. Подвигайся, это шаман, подвигайся на тебя. Моб. Заберись меня, пожалуйста. Yeah.
все, аккуратненько добили. У нас времени 39 секунд. Добейте вот этих мобов. Все, пошли. Он сдох. Что у вас там на арене, нормально? Ну, вообще все чудно. Мы тогда запускаем сразу. У тебя есть стакер? Да хуй его знает, не знаю. Пусти. У меня так не будет, поэтому просто ориентируйтесь сами. Центр луж на лейте. Что, запустили? Ну да. Че за хуйня? Ну я так думаю, не запустили вы босса. Ну, в смысле, на нем. Во. Ну-ка, Пета, отправь Фантовского. Нет, он забагался. Пета, отправь, идет он на босса. Мой не идет. А падает, сука, заебался я съебучий. На нем джага висит, что я когда на него джага сидел. И вообще творится, мы падаем или что? Да. А что случилось? Босс забагал. Он не спрыгнул. Фигану, блядь. Я могу дернуть его. А, хуйца, да. Попробуйте обновить, что ли, пиздец какой-то. Давайте выйдем, мы только обновим. Крестники сюда. Женек тут что-то стоит, сторожит. Ману об него порез. Нихуя, я нажал на эти, что нихуя не происходит. Так артстайл в ульдуаре, артстайл выйдет. Выйдите сейчас, пожалуйста. Теперь обновляй. Войд Саня. Так, а Саня в ульдуаре. Вар в ульдуаре. Войд. Выйдите все. Алло, вы можете с инста выйти, нет? Вар, Саня, Войт, алло. Блять, там Саня нахуй фука стоит. Нахуй фука, я же к боссу добежал. Сейчас а я... Вы не спал, блядь, говорили. Я понял, сейчас я, блядь, выйду, я бегу на. Откуда выйти? С инста выйди. А я где? Я тебя не вижу. Он сзади стоит. Да. Да, блядь, где ты? Че, пойдем? Все, Макс, починил, да, получается? Я узнаю.
конечно, босс этот, блядь. Ну, баги залупа, конечно, но... Иду, кушай, вар. Тебе больше, наверное, смолча горел, блядь, чем с этой хуйней. Поехали. За то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто им мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Направо. Кок заявился, отстал. Кстати, не запускайте. Все добежали. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне, лично? Да, вам сокруг. Я сокружу вас всех! Это невозможно! Дорим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Гера? Пал меня. Сразу меня возьми, запомни цель. Кинул с диспенсера, еще сразу забираю. Мне скинуть нечего. Есть? Там солю мне что, нет? Кому? К локу. Гилку на лока перевешу. К символизу. Лок, только в Близзарде не стой, пожалуйста. Видишь Близзард, сразу сходишь в милицию. Не, я ковром улетел. Макс, пас опять. Макс. А где Близзард, блядь? Я его не вижу. Близзард с той стороны. Ну синяя хуйня падает. Вон Близзард, видишь под стенкой с другой стороны? Так это у него престол не надо. Еще один. Арчи в меня, Арчи в меня. Просто все, отлично.
минут назад. Макс, есть точка? А, успеешь. Затаунти, пожалуйста, нечаянно таунт нажал. Это хорошо идет, смотри. Макс, в другую сторону. Больше, больше ДПС дать, Макс. Блейзер, подошли оттуда. Ушел. Макс, бля, он забагал, что одна этаж нажимается? Вара только не пробить. Бля, ебать отдал. Поднимай его. Это шо? Сразу пробав этих там. И сразу это гимн. Арчи, в луну, в этот, к сове отойди, к сове, поверь. Дам сокру. Все на место. Вара. Уже прожимку отдавайте свои. Подкаст по одной. Арстайл, отойди чуть назад, уйдите в меня. Там близер. Стою в гроке, когда можешь после. Под каждый каст прожимку сейчас отдавайте. Один стрижен бас. Ну что, в пятый бидер дал или чё? Нормально. Там на танках будет эта хуйня, а ты дашь соку. Все, 800 тысяч добили, я думаю. Я пиздец без маны. Да, поддержу, не скизи бумаги. Гим на ману взяли бы. А мне вообще ноль бафа дали. ДК, держи. Я отдал ему сокру. Чуть ноль бафа стоит. Вару сейф сейчас дай, по ретри. Да нет, нормально. Хорош, красавцы. 13 стаков, ебать, охуеть. Молодцы, как говорится. Дай сундук, тварь. Не, ну типа, если не баги, босс как бы не такой сложный. Ну так-то да. Когда все баги, тактику поняли. Не много, ребят, на самом деле, босс рабочий. У него хп завышено. Ему в десятке должно быть на 4 ляма меньше. Плюс еще вот у приста бы ДПСик был бы побольше. 1007, блядь. Приоденец взяли босс. Ну да. Не, ну типа, приз там нормально еще. Он это, он масс-диспел еще кидал, правда, немножко, но кидал. Ну, 7 раз, господа. Бля, а есть плечи, сука? Бля, дайте 3, на ёбаный. Да, ну, этот... А это только 3 там, и чё, всё, что? Трею идём, да? Да, идём, всё, идём. Ебать, да. Пьёшь, дай, блядь, токен, а, блядь, пожалуйста, у меня 4-й будет. И токен проебал. А чё, кстати, один упал? Должно же 2 упасть, нет? Нет, один. Ай, убирай. Вам упала триня. Ой, блядь. Вот так, Ёша, мы и друзей теряем, нахуй, вот, за токен. Давай обратно, нахуй. Мне пиздец эти плечи нужны. Саня, был триню, вступишь. Не упали, блядь. Ну, еще. Типа, может, сейчас с Фрей упадет токен, там, типа, может, поменяйтесь просто, да, и все, чё. Не дай бог, ты сольёшься, нахуй, я не выбью. Да, это Ёша. Ёши. Что-то нехорошее, блядь, когда говорят Ёши. Мирон даже пробовать не будем в хэме, мы не убьем. А мы, ну, даже и да. И не рассчитываем на них. Лучше в обычном. Везокса очень легко убьем. Три хила пойдем. Давайте, всего. Может, Мирона вообще скипнем, пойдем сразу на Везокса, а потом еще вернемся на Мирона. Да какие Везоксы, блядь, токены людям надо. Давай еще на Алголона пойдем. Идите трэш бить быстрее. Алгон есть, но его нету. Ну, Мирон на хэм убить. Ну да. Стража, блядочника, забань просто лок. Да. Получается грас. Саня. С чем? Без тринка, бля. Еще пока еще кинжальчики, шлем оттуда.
Я же как-то 25-й кинжал дал. Ну там 1.4 хостовой, типа. Есть соки там. Там тоже 232. Там бей с собой вообще с Фрей 1.4. Там отведи еще, там у них баф. У них баф 100%. Забанил. Сейчас разбанил. Дал стан. Еще выйди. Вот это вот тоже за. Смотри, короче, когда на них облако пропадает, для, ну, бафчик какой-то, да, может, там. Там такой цветочек был. Да. Они хоть для этого плиточника станова починили, его хотя бы долбить, и надо получиться. А, ну, ну да, блядь. Там, блядь. Хоть и по пиздец. Блядь. Да ладно, блядь. Саня, сразу контроллер расписывай. Не, ну типа пиздец, я думал, хоть на реестра что-то упадет. Не, мы в прошлый раз эти фрейс второй драйв убили. Хотя пол рейда не знаю, что делать. Я там буду водяного кикать, а вы все остальные притащи. Так, а чем отличается от обычного? Там типа дополнительные плюшки есть. Первое, это надо стопнуть каст. Там ДБМ анонсит, фрей кастует. Вторая, на земле будут появляться лучи. То есть под ними стоять нельзя ни в коем случае. Сразу же моментально выходить. И третье, это кидают корни, они типа снимаются фридомом там. И, типа, видишь вот эти полена большие, типа она их скиллы типа скидывает. Типа помнишь там? А остальные все пазы на борт одинаковые абсолютно. Просто вот эти три бонуса идет. То есть стопнуть каст, лучи и корни кидать. Я хочу тренинг. Да, я брал, я беру. Ну вы же договорились. Да? Я шучу. Поезд уехал. Я шучу, я шучу. Че, выбьем еще, наверное. Бля, я начал, бля, с первого же трай упал. Ну все, сейчас упала, она потом нахуй хуй бы упадет больше. Это так же, как и кольцо ебучее. Ну да. У нас тоже ни одна десятка не выбила еще. Юша, слушай, если упадут сейчас, вот что с этого босса, я забыл, какой-то токен, поменяешься на плечи? Окей, или тебе не нужны именно плечи? Руки падают. Я руки, если что, не ролю, ну типа, они мне нахуй нужны. Ну, я тоже руки не ролю. Встречались и забыли. А там, бля, что там? А, на руки, кстати. Меткость мастерства. Ну да, мастерная, кстати. Пиздец, я два дня пил, меня трясет сейчас в курсах, блядь, не знаю кого нахуй. Всю жизнь. Вот этот эффект тремора или как он называется, знаете? Этих не надо, не надо. Дракончик, ребят, перо. Танки отходите. А то этих можно было не понять. Да, когда у меня прокат для критов 15 подряд, ебать, короче, смотрится красиво. Я прокайфую. Просто 10. В итоге что, у нас два мастера на огонь будет, да? А кто у вас Майхам Затернова Хадмир? Или у вас нет ханта? Тотики. Ханты не дамажат, к сожалению. Дамаж. Обосной станет. Я дамажу. Если ты считаешь 5к, это на 6, это ДПС. Почему? 8, 9, 8 дают. Че, мне вообще спрашивают? Ты хочешь, что ли, я понять? Не, я просто спрашиваю. Типа, кто не хант, и кто... Он, блядь, мультик на Люмиксе ебет, блядь. Кто дамажит? Ну, адмайер, воздух, уж у нас как-то. Меня поспрашивают с гейми, вот эти тринки, которые полупачные, какие лучше нахуй засунуть ханту. За место чего? За место бразеркальца или за место нахуй? Я калагарна, тринку был, блядь. Но я, ну блядь, выпить бы еще. Да интересно. Угу. Да не, десятка она на самом деле помойная вся, причем. Просто на мемероне, чтобы его можно даже убить, попытаться, но...
что там завышен ХП сейчас, просто по дефусу не проходит. Да лучше не стоит этим рейдом, ну хуй знает. Не, я в целом говорю, что, а типа, остальные боссы, они падают вообще. Я вот здесь вчера смотрел стрим десятки вот этого неф. То они там пуляли пожарника, но там типа хуёво, потому что после первого тушения еще 30% остается, и они на вторую фазу переходят, да? Там ХП завышен. А лужи там как, ходят за игроком, нет? Да. Вот это хуёво. Там вот этот пак сзади еще, наверное, пульнуть надо. Или... Пачку, да, с левой стороны, в правой, точнее, вверху. Вон он ходит. Это страж плёточник. Да, они прибегут при пуле. Ну, чтобы босс не испулился. Ну, сейчас они подальше отойдут. Да, давай туда в угол просто забьемся. Они уже подошли нормально, можешь пульнуть сюда. А у нас же еще ходят плёточники, ебать, стражи. Мы скипали. Отводи их куда. Отводи их сюда. Тут надо же всех вот этих... Еще веди. Стражей, да, вон там еще слева вверху тоже стоят. Штуки. А тех можно уже не бить, они придут. Точно. Вот этого, который стоит, как его гриплин. Так, хуёво, там ходят калика. Только холипала не хватает. Много кого не хватает. Ну, да, он собран из говна и палок, что ты хочешь. Сейчас тренер с Мимироном 25, я перебил бы еще два камня в посту, было бы хорошо. Так, что? Все? Нет, с левой стороны вон. Еще вот здесь вот. Тех можно не пулять. Вот эти вот плеточки. Да, вон они еще, да. Вы также сам через речку водит? Да. Вот он, 25. Заставили как танком тебя, чтобы ты понял, Сань. Вы вообще вот по кругу, понял? А ну я слышал, ты рассказываешь, там где. Здесь, блядь. Я смотри, я заворачивал вот здесь, вот понял, вот из-за вот этого столба и бежал туда наверх. Люди, которые не ищут легких путей. ДПС у нихуя нет, а еще и, блядь, люди не бьют, потому что бегают все дружно. Так, что у нас тут? Лок, а ты голема скинешь, если что, на пачку? Ну да, могу. На маленьких? Да. Да, могу. Типа он, смотри, он их собирает. Вар, да, там с ДК. Ну я понял, да, я кидаю. Ну, шоквейв он типа. Он бьет шоквейв, сразу по окончанию шоквейва ты голема. Ну да, по таймеру, я понял. Потом тебе беса перепризовешь. Да, там уже.